Значит, дробовичок на них лучше не использовать, да? Значит, как обычно, что-то мне сейчас подгрузилось немножко. Запись идет. В общем, значит, как обычно, я убиваю всех из автомата, из своего любимого. Мешать-то. Это, ну, значит, чтобы убедиться. Так, вот теперь сейчас пока спускаться не будем. Там у нас такая ситуация есть, когда я часто дохну. Так, тут закрыто вот. Да. Теперь смотрите, сейчас можно спуститься где-то, но... По-моему, тут как раз. Сейчас посмотрим. Да, вот здесь. Вот тут я часто почему-то, не знаю, не могу выбраться. И меня убивает, сбивает поезд. Не знаю почему. Так. То есть я как бы подбегаю к двери, она закрыта. Бегу обратно. Пытаюсь подняться и не получается. Спрей. Больше нет никого. Только зря я сюда зашел. Ну ладно. А вон там бежит, бегает вниз. Не та кнопка, блин, что я путаюсь все время. Хочу камеру повернуть, она не поворачивается. Хочу камеру повернуть, чтобы она туда смотрела, на платформу, то есть это на рельс. Ладно, хер с ним. Видите, я сейчас сохранюсь перед тем моментом, но что, блин, я реально говорю, просто почему-то она... Иногда бывает то, что она не может выбраться обратно на платформу, и ее поезд убивает. Не знаю, бывает иногда такое, ну... Я, кстати, слышу, как у меня от того, что я играю... Во, клозеры появились. Во. От того, что я играю в игру, у меня стал крутиться кулер. Быстрее, да, обороты. Выше стали и... Чувствую так немножко, знаете, как будто ветер дует, такой звук. То есть, как бы он не слышен обычно, да, то есть он слышен только если прислушаться, такой вот, как будто ветерок такой дует. Вот, но так как я сейчас играю в игру, то он сейчас слышен, то есть, как бы объяснить. То есть, так он, в принципе, не слышен. Вот, он только слышен, когда ты даешь нагрузку в какую-то игру, например, играешь, да. Вот. И вот сейчас я играю в игру и чувствую, как слегка так, как будто ветерок дует такой приятный. Так. Подождите, я не туда побежал, господи.
Подождите, я что-то запутался совсем в этом. Ой, блин, мне нужно туда, где поезд был. Блин, за этих клозеров тупых я перепутал все нафиг. Туда не надо. Сюда, что ли? Перепутал сюда. Подождите. Не сюда. Ой, господи, блин, называю это прохождением, а сам себя запутал, блин, и теперь не помню, куда идти надо. Я отвлекся на этих клозеров тупых, блин. Думаю, сохранюсь, все, вернусь обратно, побегу. Нет. Тоже когда комментируешь, как ты, не знаю, отвлекаешься. Поэтому и путаешься. Вот, сюда, правильно, вот. Ой, блин, опять нет. Ну, что ж такое-то? А, вот, все правильно. Ой, блин. Это интересно, зато локация, а так. Остальные, в принципе, они достаточно прямолинейные. Вот тут. Сейчас посмотрим, как она выберется. Собаки не кусают. А, вот, сейчас нормально. Нормально. А то бывает, вот я бегаю, она не может забраться. И все. Поэтому я уж в этом моменте по-любому сохраняюсь. Знаете, мало ли. Переглючит опять и все. Сейчас пройдем этот поезд, сохранимся, а остальное уже на следующее видео оставим. Подождите, там же закрыта дверь, правильно? Нужно поверху обходить. Что-то я опять не понял, господи. Вот поезд. Нужно попасть туда. Эта дверь закрыта должна быть. Нет, она открыта. Ой, блин. Вот здесь поверху надо. Вот, вот это закрыто. Надо обходить поверху. Вот. Тоже еще круто то, что иногда, когда ты поворачиваешь камеру, бывает вид прямо от первого лица. Вот это прикольно. Ну, поехали. Сохраняться я не буду тут. Я сохранюсь уже, когда пройдем. Вот тут вид, видите, от первого лица. Только я не вижу, куда я стреляю. На... Я специально фонарик выключил, так прикольнее, смотрите, видите? Куда это мы едем-то, интересно? О-о-о.
большой. Тут еще должны быть где-то патроны, но я пока их нигде не видел. Вот. Хдыщ, хдыщ. Прям так хочется остановиться и не спешить. Давайте обратно пробежимся. А вот еще патрон. А, тут уже нельзя. Тут, кстати, тоже можно упасть. В принципе, мне патроны-то не особо-то нужны, мне главное лечилки. На! На еще раз! На! Сюда. Че, приехали уже? Почти. Так, интересно, вот я не помню, можно ли обратно выйти? А, нельзя уже. Ну все, давайте сохранимся, а это уже продолжим на следующем видео. Тут у нас сейчас круто будет. Только я не помню, если я сейчас зайду сюда, можно будет обратно вернуться или нет? Я бы хотел бы сейчас там пробежаться, а потом уже обратно подняться. Я не уверен, можно ли будет вернуться или нет. Ладно, давайте пробежимся. На следующем видео, то что да, прохождение, помню, продолжаем дальше. Хочу тоже посмотреть, как быстро у меня будет здоровье уходить. Это просто, это не прохождение, это я просто кое-что хочу посмотреть, но что мне очень нравится этот момент. Должно быть полное здоровье. Вот. Теперь побежали. Ну, в принципе, не так-то оно и быстро уходит. Мне казалось, что вроде на Extreme X намного быстрее, чем вот так. Хотя не достаточно быстро, да, нормально. Учитывая то, что сейчас еще одна комната будет такая. Тут уже нужно исцеляться. И бежать сюда. Все. Это, в принципе, ладно, давайте продолжим. Продолжим на следующем видео. У меня опять проблемы с тем, чтобы свернуть игру. Да блин, что такое? Давайте так выйдем. Иногда бывают такие проблемы, игра не сворачивается.